Кино на ТВ-РУС. Приличная женщина без мужа. Не нужен ей никто. Тебе, может быть, и не нужен, а сыну. Блин, алло, это Таня. Таня из Листвянки. Я согласна встретиться. Ой, это мы? Давайте снимите куртку. А давайте свет выключим и свечи зажжем. Романтично. Свечи. Короче, я в какой-то Листвянке. Этого человечка ты хорошо знаешь? Это мой жених. Жених. Кто-то хорошенечко его по головушке-то тяпкнул. Ты смотри, сейчас маньяков-то развернулся в пруди. Доброе утро. В общем, я не тот, кого вы вчера ждали. Там, на улице! Что? Машина! Очень красивая, как в кино! За мной. Милый! Все, пока. Мама, мама, посмотри! Он свои часы забыл. Значит, вернется. Примета такая. Давайте! Ольга Красько и Дмитрий Марьянов в фильме «Ночной гость». В субботу на ТВ-РУС.